Давай. Играть на. Нажимай. Все, погнали. Так, командный бой. А, карта без разницы, да, какая? Вообще похуй, я все карты знаю. А я нет. Погнали. Бля, лишь бы повезло. О, нормально. Хана тебе, молодой. Давай! Даю! Готовый, грузишься? Да. Не, ну у тебя явно проблемы с интернетом, проведи, пожалуйста, нормальный. Тихо. Сейчас ебашиться будем. Я же знаю, как это киберспорт работает, братанчик. Ножницы нахуй выкидываю сейчас. Ой, блядь. Не, просто я уверен, он не грузит две машины, и все должны быть в мире, поэтому он не загружает. Ожидание цивилизации, Network Objects у меня, нахуй. Статистика РК собирает столько в публичных играх и открытых лобби. Ладно, последний момент у тебя подумать над тем, что ты натворил сейчас. Угу. За тебя 53. Окей. Давай, брюшка. Чат, вы ошибаетесь, вы дико ошибаетесь. Вот он, нахуй. Это что за хуйня? Открытые! Да? Да, походу, блин. Пойдем перезапустим это буренькое. Да, а, вот я... почему. Потому что все ломились, я понял. Я еще с по 90 играть не буду. Все, давай. Давай. Я выключу. Блин, а карта была такая хорошая. Вообще похуй. Любая карта. Погнали. Любые амбиции, что хочешь делать. Выбрать открытое. Все. Помчали. Ты готовая? Да! Идем. О, погнали. Чё мне за хуйня выдало? Б. Ну чё ты где-то молодой? Вообще похуй где я. Похуй на всё и на вся, бля. Разминку заканчивай, давай ебашься сейчас по-серьезному. Только не стрим снайпить, будешь тебя забывать, казан на пропустить. Я что, мудила, что ли? А кто тебя знает, бро? Не-не-не-не. Ебать, я на пампе. Честно. Нихуя себе, Денис, бля, готовься к разрыву нахуй очка в игре. Иди сюда. Солнышко, обернись назад. Где ты солнышко видел, братан? Время сумерки. Это... Да, блять! Ладно, похуй, нормально. Похуй вообще поебать. Сейчас, просто лагает чуть-чуть. Да, да. Давай. Чё, мы до 15, да? А, даже мы, наверное, не успеем. 5 минут как раз. Давай! Ой, собака. Любой стендофер, в чат пишите, нахуй. До 15, похуй. Ну 5 минут у нас. 5 минут у тебя проебать. Эй, блядь, что за хуйня? Стой. У тебя М4-1, это нечестно абсолютно. Да, ты думаешь? Да, а что с головой, ребятишка? Я думал, у тебя нахуй шлем как PUBG, а ты такой лошок, оказывается. 3-2-1, что там у меня? С ножом бегу, блядь, сейчас. Домой. Похуй вообще. У тебя просто скин с бородой пизжи. Думаешь? Бля, ладно, подожди. Я думал, просто возле монитора, если прямо сидеть рядом, то, короче...
Опа! Что такое? Что с еблом, брат? Ничего бывает. Эй, ебать, меня фликнуло, клянусь, у меня залагало, блядь. Да. Я клянусь! У меня тоже лагает. Эй. Ты живой? Все хорошо. Выкидывай эту хуйню, это читерское оружие. Ты донатил, блядь. Нет, в смысле, это обычное оружие. Ты донатил, нахуй, мы без донатов играем. Я говорю, я шестой день. Ай, блядь, да что такое? Ну это хуйня какая-то. Ну это вот, это понимаешь, это все скилл на самом деле. Ой, блядь. Ты просто овощ. Тебе нужна помощь. Типа мне любого ставь. Блядь. Улыбнись. Да, блядь, он меня дергает игру, ну что такое? Да. Ты помнишь, мы на 700 играем, брат. Не, ну это слишком легко, извини. Хуй извини, блядь. Давай нахуй, сюда иди. Иди сюда. Не, можем даже на ножах. Можем на ножах, давай ножи. Давай. Блядь. Ебать, я тебя заскагал, пиздец. Ты думал, я такой простенький, нахуй, чел, ты ебаешь. Пёс. Хуесно, братик, это, ну, в любви, как на войне, знаешь, все средства хорошо. Чё, ножи? Ладно, давай играть, пофиг. Ах ты, сука. Олень. Школьник, блядь. Давай нахуй. Последний раз тебе даю шанс выиграть мне. Потом больше шансов не будет! Я понял, ты поддавался, да? Да повздыхай, да, конечно, я поддавался, ёбаный в рот. У тебя шансов нет вообще с нулевой. Бля, вот сейчас только отдача залагала, клянусь. Где твое лицо? Залагало. Да. Почему у меня прыжка в игре нет, братан? Я клянусь, если у меня был в игре прыжок, здесь я прыгать можно? Двойное нажатие, блин, на экранчик. Молодой. Флики, знаешь, что такое, школьник? Знаю. Где ты учился, я преподавал, нахуй? Да. Я старше тебя, блин, молодой. Ну ладно, ничего страшного, бывает. Да. Опа-на. Опять лицо уронил, да? Даже как кэс! Давай. Бля. Сосать нахуй, волка. Куда реквизиты кидать? Эй, ну он с префайром выбил! Блять, ладно, нормально. Не, слушай, я тебе отвечаю, я жопу ставлю. Все. Все, вот теперь точно все, ебать. Ладно, я выхожу. Всё, давай, спасибо, я выхожу, да. Не то, что не побежден, но понял. Я выхожу просто разминавшимся. Чат, запомните, это все хуйня была. Это была разминка. Это хуйня, что был, не пиздел, блядь, я просто сейчас подался. Без лохов. Ладно, так, слушай, этот Денис, ну неплохо ты сыграл в целом. Я в следующий раз просто не буду подаваться. Просто так, я просто знаю твою ситуацию, то, что у тебя в школьную обеда не хватает. Ну, по 200 рублей тебе не дают уже больше. И я решил то, что тебе проиграю, просто что тебе 800 рублей дать. 500. Да, я, ну, короче говоря, я просто вот, короче, я решил, чтобы тебе на школу хватало, там, на обед и вся хуйня. Я решил проиграть, просто предлог искал тебе денег скинуть. Ну, короче, нормально, Денис, красавчик ты в любом случае. Ну, в любом случае, красавчик, чуть-чуть потренироваться тебе, мне, чтобы мы на равных были. Просто понял, ну, ты все понимаешь сам, ты, в принципе, взрослый парень. Знаешь что, ты просто поменьше разговаривай. Кстати, это, скажи, короче, этим кэтам привет, они вот самые любименькие. Привет, всё, привет, давай, брат, давай. Блять, чат, ну вы все знаете, нахуй, что я подался, ёбаный в рот, вы что меня не знаете? Вот, я по киберспортивному сел, я клянусь, я думал, я знал, что я выиграю, вот так ставил. Поняли? Эй. Ладно, хуйня, просто Моник хуёвый, поняли? Просто Моник, очевидно, хуёвый, HP фирма, я, ну, рекомендую не её брать, если вы хотите цендов профессионально играть. Бля, пиздец, странная хуйня, но я, очевидно было, что выиграл. Денис хуйню играл, клянусь, бля.